Сунгов – это наша боль. Мы сюда приезжаем фактически как себе домой. Впервые жители к нам обратились с просьбой помочь, не знаю, слезно просили помочь нас вмешаться в эту ситуацию, потому что никакое управо на технопарк они найти не могли. Бесконечное количество обращений оставалось без ответа. Они получали отписки. Чиновники предпочитали закрывать глаза на проблему жителей. И только после вмешательства Вячеслава Фетисова, председателя Всероссийского общества охраны природы и депутата Госдумы, ситуация сдвинулась с места. После того, как технопарк Сынково фактически отравил речку, впадающую в этот пруд, здесь погибла вся живность, которая была. А ведь это любимое место рыбалки местных жителей. Но, к сожалению, с появлением технопарка такой возможности они лишились. Для того, чтобы восстановить экосистему этого водоема, 10 сентября Всероссийское общество охраны природы вместе с председателем Вячеславом Фетисовым провело зарыбление вот этого водоема несколькими десятками карасей. Сегодня в рамках проекта ЭКРС Всероссийское общество охраны природы вместе с представителями Минэкологии, технопарка и местных жителей делает отбор проб непосредственно из коллектора, куда поступают воды, сточные после очистки на локальных очистных сооружениях и, соответственно, впадают в речку. Кроме того, мы берем пробы вверх по течению, чтобы понять, какое вообще качество воды в реке, и дальше берем вниз по течению, чтобы понять, если есть загрязнение, то что стало, ну, как бы источником, причиной этого загрязнения. И с того самого момента, это было еще летом, мы сюда регулярно приезжаем, берем пробы воды и смотрим в динамике за результатами. К сожалению, пока те пробы, которые мы брали, они не были идеально чистыми. Вы что-то хотите нам сказать? Нет. Мы провели полную промывку очистных сооружений, замену иловых осадков, поменяли микробную среду на более активную по показаниям. Действительно, определенная позитивная динамика есть. Чисто визуально мы видим то, что стоки стали чище, вода прозрачнее. Более того, они еще укрепили, отремонтировали гибионы на выходе из коллектора. Но, тем не менее, ситуацию эту мы без контроля оставить не можем. Ну, я скажу, что по итогам лабораторных исследований будет уже принято решение, процессуальное решение в отношении собственников очистных сооружений.